Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве ZTE Blade A7 2019 года изменить язык клавиатуры. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем раздел «Система», «Язык и ввод», «Виртуальная клавиатура», «Gboard», «Языки» и «Добавить клавиатуру». Перед нами открывается полный список языков, на которых можем писать в данном устройстве. Давайте выберем, к примеру, какой бы выбрать, может, греческий. И затем нажимаем «Готово». Затем открываем. Затем давайте попробуем написать что-нибудь на греческом языке. Меняем раскладку. И как видите, у меня появилась греческая клавиатура. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!